Маленькая хрупкая девочка в белом платьице трогательно пела патриотические песни. Но встреча с композитором Талгатом Сарыбаевым преобразила юную исполнительницу, и роза расцвела. Композитором Талғат, бүгінгі тойың құтты болсын. Осыдан 30 жыл бұрын Талғаттың арқасында мен жаңа музыка аштым өзіме, жаңа әндерді тыңдадым, жаңа гармония, жаңа стиль Қазақстан музыкасына, жаңа мәнер келді емес пе? Революция келді деуге болады. Оны жасаған Талғат. Мен
біргенмен бірге өмірді сүргенмен күрсінгенмен күлгенмен тұты құстайым түрленді жаныма жақын түкен ұрағым мархабадыма менен жүректі нәзік жүдет бес өжім махаббат өзіңмен бірге тағдырды сезінген бүгін емес безінген ет бауырыңмен езілген жаныма жақын түкен ұрағым мархабатым ау менің жүректі нәзік жүдетпес өшіп махаббатым ау менің жаныма жақын түкен ұрағым мархабатым ау менің жүректі нәзік жүдетпес өшіп махаббатым ау менің мархабатым ау менің менің махаббатым жан ләззатым ау тән рахатым бірге көңіл сүрем бүгінмен сөгілмес сүргенмен өмір сүрем жаныма жақын түкен ұрағым мархабатым ау менің жүректі нәзік жүдетпес өшіп махаббатым ау менің жаныма Я хочу сказать, в моей концертной программе больше половины песен звучат моего любимого Талгата Сарыбаева. Вот следующая песня «Отанда стар». Она как раз соответствует 1 мая, который мы только что отметили. Единство, дружба народов. Об этом поется в следующей песне Талгата Сарыбаева на слова Ибрагима Исаева. «Отанда стар, соотечественники». Жолға шыққан отан баста сенімдері аялаған күш қайратын аямаған отан баста шын даланы орман қылған әділдікті қорған қылған отан отан дастар, отан дастар,
тұрған сені малдан еркіндігін жеңіп алған отандастар қуаныштан көз алмаған қиянатқа төз алмаған отандастар Хочу сказать, рождение Кайсара, мы все помним его, друзья, потому что мы все вместе выписывали его из роддома. Мы знаем его первые звуки. Он был очень низким, в отличие от всех малышей, которые выписывали из больницы. Кайсар отличался своим низким голосом. Ну, вы представляете, да, как вот дети плачут грудные, да? Какие у них голоса? На какой высоте они звучат? Где-то там, высоко, да? А у Кайсара был такой низкий голос. И по этому голосу Татик узнавал своего сына. Это, говорит, мой, это мой голос, это мой сын. И вот сегодня Кайсар, который организовал вечер папы, я хочу вам сказать, он очень талантливый мальчик. И он тоже стал писать песни. Конечно, говорят же у народа, яблоко от яблони далеко не падает. Не имея музыкального образования, просто талант передался от отца к сыну. И его первую песню буду петь сегодня я. И после... После праздника 9 мая мы будем снимать, я буду снимать клип на песню Кайсара. Я очень хочу его поддержать, чтобы он на этом не остановился.